Доброе-предоброе утро, я еще дома. И я завтракаю. Хочу показать вам свой завтрак, который я уже третий день, наверное, так завтракаю. Мне очень нравится. Короче, я сделала тост себе с авокадо и с анчоусами. Анчоусы, кто не знает, это такая маленькая килька, которая высушена, засоленная, потом запихали ее в масло. И, в общем, очень вкусная такая рыбка. Вот. Вообще здесь из кильки что только не делают. И жарят, и парят, и все на свете. И вообще очень вкусный бутерброд получился. Я вообще люблю селедку и все, что связано с соленой рыбой. А если еще и с авокадо на бутерброде, то это вообще шикардос. Так что буду завтракать и еду на работу. Комары, что ли, кусают, не пойму. Несмотря на то, что аппараты включаю. Вчера, например, меня укусил комар прямо вот сюда в веко. И поэтому я ходила вот так, блин, чесалась весь день. Такое ощущение, что комары везде. Затрахали эти комары. В общем, буду завтракать. Припарковалась далековато. На морюшку посмотрим. Погода замечательная. Вот прям лето. Ах, лето. Море, кстати, тоже замечательное. Прям пляжный сезон, можно открывать. Ой, ну что ты не фокусируешь? Даже камера не хочет фокусироваться на такой красоте. Видите? А на следующей неделе еще будет лучше погода, говорят. Вообще шикардос. Ну куда уж лучше-то, и так хорошо. Я, смотрите, вы уже прям с коротким-коротким рукавом в штанишках из льна. Я такая дурак. Вообще, чеканутая. Я сегодня выехала пораньше для того, чтобы заправиться. У меня там бензина мало. И нам сегодня съездить нужно в Гранаду быстренько. Да что ты, куда ты все тянешь меня? Вот, и заправиться, короче, специально выехала пораньше. И знаете, я очухалась, когда уже заехала наверх, сюда, на свою деревню. Я говорю, блин, я же и что-то задумалась и думала о своем, о женском, наверное. И, блин, такая, я же не заправилась. Твою дивизию. Специально выехала пораньше. Вот так вот. У вас такое бывает, что едешь-едешь и даже не задумываешься. На автомате доезжаешь до какого-то места по привычке вот так. Я раньше по привычке ехала на старую квартиру, тоже ехала, о чем-то задумалась. И, короче, ехали-ехали, не туда приехали. Ой, блин, тиканутые, говорю же. Наверное, собаки или кошки вот так все мусорку раздирают. Ой, блин, пораньше, вот тебе буду. Вот видите, там газовщик ходит. Я его вот так один раз тоже встретила. Он говорит, по вашей улице по понедельникам ходят. Моя парикмахерская находится чуть ниже, вот буквально 100 метров. А вот эта мэрша наша, которая сейчас, она опять выдвигается. Моя клиентка, в общем, которая ко мне ходит. Она тут рядом живет. От кого-то духами так вкусно пахнет. Церковь. И вот он тоже вот тут стоял, газовщик. И я ему говорю, не можете мне принести один газ? Мы по понедельникам там ездим. Ну и хрен с тобой, по понедельникам он ездит там. Вот, от этих, от иностранцев духами пахнет. А вот работа моя вот тут вот прям за углом. С лестницы спустился и там. Ой, сегодня прям будет жара, чувствую. Время 9:30, прям жарко. Ой, лепота. Так вот никто не хочет работать. Какая ему разница? У нас, допустим, в городе, если позвонишь, тебе сразу везут газ. И мне муж сказал, что они обязаны возить. У них договор, ну, лицензию на ввоз бутана, ну, газа. Там же это сложно получить. И говорит, им дали на том основании, что они будут развозить по домам, когда это необходимо. А он, видите, ну, это надо было бы звонить их шефу, договариваться. Я просто не захотела. Как бы связываться. Если бы он мне как-то по-другому ответил, как-нибудь
чтобы мне не понравилось, я бы тогда ему мозги проконетелила. А так, что-то сегодня прямо этих иностранцев много. Туристов, гляньте, все прям заполнено. Это испанцы. Вот пенсионеры, пожалуйста, они приехали откуда-нибудь с севера. И здесь вот Чарли Бенте. И здесь вот они. Туристические, туристы. Блин, целых 15 минут сейчас сидеть лишние на работе. Раз уж я заправлялась рядом, сейчас в Лидл зайду. Я сегодня хочу на обед пожарить рыбу и салатик купить. Вот зайду за рыбой и за салатиком. И все, и будет мне вкусно. Собачку привязали. Мой Чарли вон там в тенечке. Мне почему этот Лидл тоже нравится. Здесь тенечек есть. Я ему оставляю окна полуоткрытыми. Ничего страшного, он там не жарко, в принципе, ему. Так, я сейчас по-быстрому салат какой-нибудь возьму. Какой-какой. Я бы цезарь взяла, но так как... А, вот этот греческий. Я возьму свеженький лучше. Точно. Или нет, черемуш не любит. А вот. Вот этот. Здесь все есть. Угу. Клубничка, малинка. Малинки. А почему-то вот черешни, наверное, вот там. Ай, бананы. Можно взять. Блин, я сумку не взяла. А еще я в очках ни хрена не вижу. Так что снимаю очки. Руки мне нужны будут две, потому что я, как всегда, сумку не взяла. Это маленькие кальмарчики. Пожарила. Салат настругала. Черешню в Лидле купила. Смотрите, 1 килограмм 4 евро. Вроде пропробовала, ничего. Хорошая. И вот тут у меня мерлуза жарится. Хек, по-моему, да, это по-русски-то. И вот так будем сейчас кушать вкусненько. Всем приятного аппетита! Мы собрались тут въехать в Гранаду. Муж остался дома. Ну как остался? Он там доделывает дела. Мы же женщины всегда быстрее одеваемся. И поэтому Чарли не с большой охотой идет. Венга. Венга. Аларма. Этот, как его называется? Будильник. Будильник. Мне кажется, что там кто-то есть за дверью. Нету. А то, может, знаете, как Чарли вам обгавкать их. Вот, мы делаем по делам буквально туда и обратно. Поэтому что-то снимать, наверное, не будем ничего снимать. Ну, дорогу я, если честно, покататься. Чтоб дома не сидеть. Видите, как солнечно, молодец. Этот на свой угол побежал. А потом, когда приеду, с ним прогуляюсь по парку. Как раз время прогулочное приедем. Такие у нас планы на вечер. Время всего 4 часа, поэтому... Все, успеем. Всем привет! Долго собиралась с мыслями, снимать или не снимать, потому что пропало вдохновение, скажем так. Я уже давно снимаю, и, видимо, то ли устала, то ли что. В общем, захотелось, ну, не хотелось брать камеру в руки, как бы. Не знаю, все бывает. Вот сегодня решила все-таки не
как мы в ответе за тех, кого приручили. Ну, конечно, это не касается вас, моих подписчиков. Вы же все-таки не собака какая-то или кошка, но все-таки какая-то ответственность должна быть. И решила, что я начинала снимать, поэтому влог будет состоять как бы из двух дней, из двух частей. Я не практикую такое. Ну, мне кажется, что первая часть тоже интересна. Вышли погулять с Чарли. Сейчас мне в банк нужно зайти. Конец месяца, поэтому нужно по счетам платить. Чтобы платить, нужны денежки положить на счет. И все, больше потом мы идем в парк. На улице у нас хорошая погода, но знаете, подруга говорит, ой, так тепло, на пляже была, там купалась, ля-ля тополя. Я бы не сказала, что прям жарко и погода пляжная. По мне так еще прохладно, даже вот в тенечке иду, хотя время уже 12 час. Несмотря на то, что я в майке, да, в шортах, но мне совершенно не жарко. Так что я на пляж, если еду, то это когда уже совсем прям жарко, уже невыносимо дома сидеть и хочется освежиться. Но мне пока не жарко. Так что вот так у нас все нормально, все своим планом. Мы вчера были на обеде от мужа работать, что-то они собрались, я не знаю почему. Ну, в общем, вот так. Я даже никуда не собиралась, он просто сказал, смотрите, какая собака классная. Ой, Чарли там дела делает, я собаку снимаю. Надо забрать все это богатство. У нас тут китайские туристы или японские. Не знаю, они у меня все на одно лицо. Два автобуса, там даже какой-то концерт. Парк, в принципе, наш там. Но я услышала вот тут пляски. Фламенко решила показать вам. О, как наяривает. Каждый день праздник какой-то. Концерты. Может быть, это для китайцев? Олей. Смотрите, я тоже с ними. Ну да, одни китайцы тут. Мне очень нравится, как потанцуют фламенко. Это прям такой живой танец. А если еще и понимаешь, о чем поют, то это вообще пипец. Я обожаю испанские горячие танцы. Что это такое здесь? Здесь что у нас? А, офисина. Туристический офис. Мы, видимо, ждали специально китайцев. И вот им сделали такое представление. Вообще в этот парк, смотрите, с собаками нельзя. Ну, мы не русы, ой, мы не испанцы, мы не понимаем. Чарли вообще не любит все эти похлопывания, там еще продолжается. А мы вот в наш парк идем. Мы обычно всегда здесь возвращаемся, но сейчас покружимся. Вообще кукушка у меня не работает. Я в банк дошла заплатить налог за машину. Я на той неделе пришел налог за машину платить. Там 130 евро в год. Ну, я говорю, в понедельник заплачу. Пришла в понедельник.
И зашла в банк, блин, я забыла квитанцию. Что тут у меня село? Представляете, шла, блин, ну и шла заплатить и забыла квитанцию. Ой, кто-то звонит. У нас по понедельникам убирают парк. Поэтому здесь очень много таких уборщиц. Так вкусно пахнет, видимо, вот эти деревья. Так вот, шла-шла, зашла в банк. Там такой, там три автомата, и один из них только работает. Такая чередина. Но она образовалась уже после меня. Блин, вот так вот шла заплатить. И без бумажки. Без бумажки мы какашки, а с бумажкой человек. А там у нас школа. Ребятишки, у нас еще учатся. Я спрашивала, у меня есть клиентка, учительница. По-моему, до 20 числа учатся маленькие. И до 26 числа учатся большие ребятишки. Июня. 20 и 26 июня. Здесь нет определенного числа какого-то, что... Вот 1 сентября начинают, там 25 мая заканчивают. Нет, здесь как-то начинают 10, 16 сентября и заканчивают как-то непонятно. Поэтому нужно постоянно быть в курсе, спрашивать у учителей. Ну, это у кого дети есть. Поэтому вот так. Куда ты едешь? Чарли-бень? Да, несет-то. Да нельзя с машинами. Бейна, донде ва? Тут идет под машину. В общем, я не договорила. Мы вчера ездили обедать с мужем его, с его работы. Не знаю, что у них за сабантуй был. В общем, и еды очень много было. Сначала салаты, закуски всякие были. А потом нам дали мясо, которое приготовлено на углях. И осталось очень много мяса. Ну, не знаю, как везде, но у нас принято забирать все с собой. Как говорится, все, за все схвачено, все схвачено, за все заплачено. И нам вот такие баклажки раздали. И, естественно, у меня еще он принес, муж до этого, из этого же ресторана. Принес очень много мяса тоже. Надо его, кстати, заморозить. Но это уже Чарли. Прям я не знаю, сколько. Он там что-то им ремонтировал. И вот смотрите, сколько мяса дали. Видите, сколько. Оно хорошее мясо. Но это только собаки. Чарли, я ему по кусочку даю. Небольшому. А это уже себе. Это мы уже видели, откуда это мясо. Что и как нам вот такую баклашечку дали. Смотрите, здесь вот куски. То есть понятно, да? Здесь всякое-всякое мясо было, и баранина, и чего только не было. Даже картошки немного осталось. Но картошку я себе варю толченку. Буквально у меня там одна картошка, потому что, смотрите, тут очень маленькая. И сейчас разогрею, наверное, поджарю вот на той сковородке. И сделаю салатик. Ну и, естественно, кусочек мяса для Чарли. Так что, и салат у меня есть. В общем, все у нас как в Греции, все есть. Или в Париже, неважно где, у нас все есть. Буду кушать. Это мой обед. Ну, тут одни косточки. Это Чарли обед. Всем приятного аппетита. Вечерняя прогулка. Зашла в магазин. Купила обувь мужу. Ну, это обычные мужские сандали на лето. Вот. Чарли, донде вас там курьеру? Потому что здесь рядом его клиника ветеринарная, вон там. И он хочет быстрее-быстрее отсюда свалить. Скажет, ну его нафиг. Так, видите, посматривает туда. Оп-оп-оп. Бегом-бегом-бегом. Посматривает, скажет, не туда ли. Чарли, мы... Ну-ну-ну, мамай. Вперед ты. Вот, в принципе, я за ними и шла, за обувью. Поэтому... Все купили. Сейчас идем домой. Погуляли в парке. Очень обычная программа. Ой, зацепилась. Вот так прошел мой день. В общем, я не обещаю, что будут влоги каждый день, но я обещаю, что влоги будут. Да? Да, влоги будут, но не каждый день. Сейчас муза опять вернется ко мне, потому что снимать нужно по настроению, по
как бы для меня YouTube это творческая деятельность, а когда уходит муза, то никакого творчества нету. Так что не теряйте меня, еще встретимся. Не буду говорить, что до завтра, но всем пока-пока!